Как открыться миру и как открыть его для себя? Об этом говорили сегодня на 3-м международном медиафоруме Ассамблеи народа Казахстана. Он прошел в Алматы под названием «Открытость сознания». Участники форума обсудили не только современный мировой опыт модернизации сознания. Они обратились даже к древним рецептам человечества, благодаря которым целые государства стали успешно развиваться. Подробнее наш корреспондент. Модернизация по-древнеегипетски, по-древнеримски, по-японски, по-южнокорейски. В истории много рецептов, и все они разные. Одни приводили к развитию страны, другие – к краху. Самым успешным оказался опыт тех государств, которых общество сначала изменило сознание, а потом легко приняло стремительно развивающийся мир. Модернизировать сознание – это процесс долгий. И ежедневно над этим работают, в первую очередь, и журналисты. Именно поэтому накануне в рамках медиафорума известные телеведущие и журналисты провели мастер-классы для работников СМИ. Кымбат Хангельдина ведет программу «Сана» на телеканале «Хабар», и тема общественного сознания – ее конек. Телеведущая рассказала своей аудитории, как на понятном языке доводить до сознания людей новые непонятные вещи. Наше сознание, наша ментальность, новые технологии, с которыми мы должны знакомиться, новые языки, которые мы должны осваивать – это все то, что сделает наш мир еще ярче, еще богаче и кругозор наш еще больше. Предприниматель из Германии Константин Шамбер считает, что казахстанцам легче менять свое сознание. Страна полиэтническая, люди открыты, здесь смешались культуры, при этом каждый этнос сохранил свою самобытность. Это очень важно. Это не просто показательный эффект, но это еще и имеет определенную стратегическую, естественно, нацеленность, чтобы казахстанцы услышали другую точку зрения. В Казахстане издаются 15 этнических средств массовой информации, которые выходят на 52 языках. Для них Ассамблея народа Казахстана организовала конкурс «Шанрах». Победители чествовали сегодня на медиафоруме. Алма Уразбаева, Ирлан Абжанов. Итоги дня. Алматы.